Они давали тень, радовали глаз и очищали воздух. Кому могли помешать молодые зеленые уксусные деревья возле дома номер 9 по улице Маяковского? Жители недоумевают и возмущаются. На каком основании? Ведь посадки от силы лет 5-7, не больше. Ну, деревья, конечно, это были здоровые, хорошие деревья. Зачем срубили, непонятно зачем, кому они помешали. Сегодня все вывезли эти ветки, убрали. Убрали. Но зачем убрали деревья, не могу понять. Я, например, против того, что их срезали. Красивые, хорошие деревья были. Конечно, красивые, хай будут. Их посадили не так давно. Они ж поглощают это углекислый газ. Действительно, деревья убрали, но на то были веские причины. Одно из них надломилось во время непогоды. И если бы вовремя не подоспела служба МЧС, неизвестно еще, какой трагедией все могло бы обернуться. А два других подлежали сносу, согласно заключению специалистов. Есть в коммунальной службе и в ЖРЭУ есть специальные люди, которые, скажем, изучают деревья. Но если деревья опасные, то есть или дуплистые, или сухостойные кроны, то тогда делается заключение, и на основании заключений удаляются данные деревья. Упало одно дерево, но были сухостойные, ну, одно сухостойное дерево, одно опасное, которое были уже в параллели, в принципе, убраны. Сотрудники коммунальника вывезли распиленные деревья, жителям прилегающих домов объяснили причины, которые повлекли их удаление. Но история еще не закончилась, ведь замену утраченных деревьев в обозримом будущем здесь посадят новые.